Друзья мои, всем привет! Сегодня пятница, и, как говорится, кто куда, а мы на дачу. Мы уже на даче. У декретницы всегда выходной, каждый день выходной. В общем, мы на даче. Дела у нас сегодня дачные. Сегодня готовить ничего не будем. У нас уже из дома мы привезли замаринованное мясо. У нас будет курица на вечер на мангале. Вот. Плов у нас будет завтра. Обязательно будет видеорецепт, все будет обязательно. Плов у нас будет из баранины в казане на костре. Ну а сегодня у нас дела дачные. Сегодня обязательно я обработаю виноград. Вот у нас виноградик растет. Он у нас весь оброс, пора листочки уже все обработать. Вот, еще у меня в планах сегодня заняться зеленью, сушкой зелени. Сегодня буду собирать базилик, он у меня подрос. Сегодня буду собирать, скорее всего, лебесток тоже насушу. В общем, все обязательно вам покажу. Вот в каком виде, друзья мои, у нас виноград. Ну ничего, проблему я эту сегодня решу. Около дома виноград я уже начала обрабатывать. Кстати, сегодня в планах у нас еще было собрать смородину. Она у нас уже, видите, все, ее уже пора собирать. Но доставка в Валберес задерживает наши винные дрожжи. Из смородины будем делать вино. Поэтому сегодня отменяется у нас сбор смородины. Завтра, скорее всего, приедут дрожжи, как написано на Валбересе. Так что сбор у нас смородины будет завтра. Вот, посмотрите, здесь я уже начала, здесь я уже обработала. Вот такой он у нас голенький стоит, чтобы солнышко его грело, и он созревал. Вот она моя кучка уже листьев. А еще сегодня у нас в планах обязательно попариться, помыться в бане. Всем хорошей пятницы!